Здравствуйте, я Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Информационные технологии в финансовой сфере непрерывно совершенствуются. К сожалению, вслед за ними совершенствуют свои методы и злоумышленники. Даже с учетом постоянного развития методов обеспечения безопасности, всегда есть проблема брони и снаряда. Кто быстрее и кто совершеннее, злоумышленник или безопасность? К сожалению, проблема кибератак всегда актуальна и не может быть решена только внедрением новых технологий. В противостоянии злоумышленникам важно объединять усилия. По этой причине Банк России в 2015 году создал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, или FinCERT. Его основная задача – помочь участникам финансового рынка, правоохранительным органам, разработчикам программного обеспечения, операторам связи координировать свои усилия по борьбе с кибератаками. Анализ и оперативное распространение поступающей информации об уязвимостях, угрозах и рисках помогает как профилактике, так и своевременному отражению атак, а значит, сохранению деньги банков и клиентов. Участники информационного обмена получают сведения об основных типах и механизмах проведения кибератак на финансовые организации, а также об успешных методах противодействия подобного рода атакам. За время работы FinCERT зафиксировал более 20 крупных кибератак на платежные системы кредитных организаций. В тесном взаимодействии с банками и правоохранительными органами FinCERT удалось предотвратить хищение более 1,5 миллиарда рублей. По фактам хищения возбуждено 12 уголовных дел. Правоохранительные органы задержали несколько преступных групп. Также по результатам экспертной оценки FinCERT ликвидировано порядка 120 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники вылавливали у доверчивых пользователей их персональные данные и информацию о платежных картах. Подробную информацию можно найти в отчете FinCERT, опубликованном на сайте Банка России. Присоединиться к информационному обмену может любое юридическое лицо, являющееся участником финансового рынка, а также производители программного обеспечения для финансового рынка и компании, работающие в сфере обеспечения информационной безопасности. Подробнее о том, как стать участником информационного обмена FinCERT, можно узнать на сайте Банка России.